25 апреля на территории регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий «Химтех» состоялась встреча руководства Казанского федерального университета, инжинирингового центра и основного предприятия-заказчика ООО «Таткабель». Беседа состоялась в связи с принятием правительством Татарстана решения передачи контрольного пакета акций Центра введения Казанского университета. Открывая встречу, ректор КФУ Ильшат Гафуров обратил внимание собравшихся на стратегию университета, направленную на трансфер технологии и создание площадок для такого трансфера – опытных производств. РЦИ и «Химтех» как нельзя лучше подходят под это определение. Главная цель, которая сейчас стоит перед КФУ и РЦИ и «Химтех» – вместе стать успешным проектом, усилив его учеными и новым производственным потенциалом. Анастасия Иванова, Универньюз.